прогулки по городу, мы оказались здесь, в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького. Всем привет, это Леван Горозия, и мы находимся в парке Горького. Сегодня у меня выходит новый альбом. Первый сольный альбом Левана Горозии, называется «Рассвет». По этому поводу у меня на районе, я живу где-то здесь, мы решили устроить небольшое мероприятие, назовем это так. Любой из моих людей, которых сейчас я уже призвал в своем инстаграме, может прийти и послушать мой новый альбом, выбрав один трек из всего списка внутри этого автомобиля. Альбом «Рассвет», «Рассвет моей жизни, новой жизнь, новый герой» и вы здесь. Погнали, увидим, как это будет. Как много связано с ним, как много сказано в нем. Пар Горького навестим, пар Горького мы поем. Я, как много связано с ним, как много сказано в нем. Пар Горького навестим, пар Горького мой район. Мы не пригадали с треком. Трек очень такой, скажу, романтичный. Вот в жару просто романтика. Юность. Вообще супер. Машина атмосферная, трек атмосферный. В принципе, про хорошие вещи. И не знаю, мне кажется, те, кто послушает попозже, поймут, о чем я говорю. Мурашки. И это будет просто, мне кажется, легендарная история исполнителя, которую мы проживем с ним и уже начинаем проживать. Это же невероятно просто. Очень круто, что это происходит около парка Горького. Очень круто, что это происходит именно в такой машине. То есть в ней есть атмосфера. Спасибо. Не покидай меня. Не покидай меня. Я извиняюсь, что я плачу. Видела список, у меня сразу взгляд упал на эту песню. Все слова, которые там начались в первом куплете и дальше в припеве, это все у меня сразу слезы. Без агитации мое дело идти и не сдаваться. Верю, увижу улицу в иллюминации. Верю, что мне по силам любые дистанции. Верю, что нам рано еще закругляться. Такое какое-то всегда сочетание музыки со словами. Это что-то новое, то, чего еще не было. Я просто очень люблю его именно лирику. Даже расчувствовался, уже успел расчувствоваться в автобусе. Прикольно. У меня мураши, короче, бегают по телу, потому что я безумно волнуюсь. Как будто реально первый раз выпускаю альбом. Волнуюсь, потому что музон, короче, не похож на все, что было раньше. Я думаю, что многие скажут, типа, а где кач? Там немного не про это. Я, проснувшись утром, опьянен мечтами. Ощущение, что песня была довольно веселая, типа хорошая, веселая, там и биты были. Но ты сидишь, и когда ты осознаешь, слушаешься в текст, и то, что понимаешь, что вокруг тебя происходит, и то, что ты слушаешь это одним из первых, и то, что этого еще нигде нет, и то, что Лёву я слышу очень-очень давно, сколько себя помню. И это очень странное ощущение. Новая жизнь, новый герой. Новая жизнь, новый герой. Новая жизнь, новый герой. Новый герой. Новая жизнь. Это было вот так. Мне очень понравилось. Это просто нереальные эмоции, когда ты слушаешь песню Ливана. В общем, вот тут он вообще новый формат, инструментал, и он еще поет. Это вообще просто взрыв. Очень круто. Я вообще, это, наверное, единственный человек, которому бы я вот так пришел послушать его треки. Когда я его песни слушаю, вот чувствуется путь человека, чувствуется глубина. По его трекам понимаю, что это очень интересная личность. Моя жизнь, новый герой, новый герой, yeah, новый... Песня очень понравилась, мы слушали «Невидимку». Выбрал «Сынок», да? Тебе понравилось? Да. Мы слушаем Ливана, ну, давно уже, всей семьей, поэтому мы очень рады за новый его альбом. Будем слушать, будем всей семьей в машине качать, да? Ага. Ну, мы очень любим Ливана,
Вот, мне кажется, весь трек, весь вообще альбом зайдет, но... Это такой Freedom, вот этот трек, он такой типа свободный. У нас даже есть татуировка из песни «Космическая любовь». Меня переполняют просто эмоции, я даже не знаю, как это описать, как это передать, потому что это что-то такое, что сложно описать словами. Реально, мне очень сложно подобрать какие-то прилагательные, эпитеты, потому что это так тепло, это такая атмосфера невероятная, она так сильно приободряет. Я послушала трек «Не жалей», и это такая мотивация. Еще когда включился голос Лёвы, я подумала, что он где-то на переднем сиденье, я такая, что, what the fuck, что происходит? Это очень круто. С моим новым альбомом «Рассвет». Его еще нет в сети. Но здесь и сейчас ты можешь послушать один трек. Внимательно прочитай название всех песен. Как? Что-то зацепило? Что-то зацепило, пацаны? Сейчас посмотрим. Надевай наушники и жми на плей. Среди моих людей настоящий герой. Привет, я знаю, да. Я об этом я тоже знаю. 150 километров и много часов тому назад. Сколько часов ты набирался? Часа три. Я тебе недели две назад. У него сломалась машина, понял? У него сломалась машина. Следующая сторис. Газель тянет его машину, и он говорит: ах ты, я все равно приеду. Спасибо, что поддерживаете. Это обратная связь не в буквах, а в ваших эмоциях. В том, что происходило сегодня, как вы менялись. Как вы улыбались. Это классно. Погнали. Альбом «Рассвет». Даже сейчас, когда вроде что все, мы в самом начале. Да, мы в самом начале. Но так чего ты ждешь? Так погнали вперед.